Пройди с кого-то туда-сюда. Ну слушай. Да ты вправду суперзвезда. Вот на демонстрации хождения собаки рядом, без поводка, без рывков, без механического воздействия. Вот так вот собака ходит и в повседневной жизни, не обращая ни на что внимания. Сейчас стоит здесь группа людей, мы снимаем. Собака на нас не обращает никакого внимания, она полностью в проводнике. Вот так вот обучают кинологи хождению и коммуникации со своими собаками. Причем эта собака, она поменяла уже двух владельцев, да, вот этот третий владелец замечательно пришел на площадку, причем при этом при всем очень быстро собака с ним нашла контакт. Но с помощью, опять же таки, грамотного профессионала. Остановитесь. Ребята, обращайтесь только к грамотным специалистам, потому что психика у собак одна, новый им не слепить, и только грамотный специалист может выстроить, помочь вам выстроить грамотные отношения со своей собакой. Чтобы вы не посмотрели, у нас вот на площадке раздражителей у нас, как видите, хватает, но собака прекрасно себя чувствует, не отвлекается. И приятно ей работать со своим проводником. Отпускаем гулять. Не, можно, можно, можно. Да, можно. Можно. Вот, отпустили гулять, и она не бежит на площадку, она хочет работать со своим проводником. Вот что значит работать с профессиональным кинологом. Всегда ваша кинолог Настя, 16-летним стажем. Ребята, ходите только к грамотным специалистам.